Раз, ура! Дух исполин, речь тем полишинель. Лети на коне локомотива флаг. А нищенак я доходяга, нищенак. Алфавитом, а колено, канитель. Лени шила, плеть чернил. О, психудар, удар. Ода. Это стихотворение, название входит в него. Ода. Но, дано, дат соты, мох и кон, и дороги до пути, терпи, претерпи, претит, упади, гор одиноких, а мы-то стадо, надо, надо. Есть в этой книге такой цикл псевдохопа, ну это то есть, скажем так, хопы по духу, то есть они трехсвечные, трехстрочные, но, естественно, там количество псевдохопов, количество слогов не соблюдается, попытка сделать их по духу в хопу. Яра, маг, ал, бог, и мир, и миг, облака, моря. Обе на портрете вечны, но нынче ветер, тропа, небо. Имя в речь ты бросил, или ссор быть червями. Инвалид, это вот, кстати, кто вдруг решит купить книжку, единственное тут, ну, есть опечатка, вот тут есть опечатка. Я прочитаю, как оно должно звучать. Инвалид, но оно не входит на название другого. Он ничто в каталке, подагра корга допекла. Так вот, чинно. Расставание тоже не входит в название полиндром. Яру бутон метко рукой, а в март летел трамвай окурок темноту буря. Вот такое коротенькое тоже состояние. Случай в библиотеке называется, тоже не входит в полиндром. Козявка. 3 мили буковок убили. Мир так вязок. Стихотворение называется «Индиго боги дни». Это название «Палиндром», но оно в общем не входит в «Палиндром». Игруем, иду, еду, метель месила, как сила, глыбу, зима бузила, крошила, по тылу карой, и лекари Миракелий, оракулы, топали, шоркали зубами зубы, лгали, скакали. 7 лет ему, демиурги. Есть такие триптихи, я вот прочитаю триптиха, первую часть. Триптих, часть первая. А, та, дата, да, та, дата, дата казни уродцев, стремола сорок, сорок сорок, скоро, 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 соло мертвец, до руин заката, дата, 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 дата. Сезонное обновление не входит в название «Палиндром». На том зиме конец. Дрессура пера заново. Голым и злым очам уколы булавок сиры. Ты рисковал, убыло. Кумач омыл зимы логово. На заре парус сердца. Но кем измотал? Стихотворение, которое я раньше открывал, все свои, то есть это одно из моих любимых стихотворений, он был на протяжении долгого времени. Но след, увы, не шар, оплаканы листы, помоги мне, да, куда, сон ворон нем, да, ныне чур кирпичу лачуг, я там и здесь не дужу ранами зияя, и зима наружу. День сет, зима тягуча, лучи прикручены надменно, ровно. Сад украден, мигом опыт, силы, накал погашены. Погудел сон. Пресса не входит в полиндром. О, не смешите факты!
шейху кондома на кусте, а кричат о событии. Потом и мазохи с психозами, мотопииты, басота, чиркает, сука, нам одно, кукиш, пытка фетишем, сено. Есть такая у меня поэма, то есть называется «Алтари мира тла». Это такая бесконечная поэма, которую я, очевидно, буду дописывать всю жизнь. То есть есть у нее неполиндромический подзаголовок «Хор над гробей» или «Поэмы без героев». «Поэмы без героев». То есть, ну, это такие надписи на могильных камнях, которых, конечно, нет, но могли бы быть. В принципе, тут многие палиндромы, они никтонимы, то есть, ну, короткие, понятно, но вот именно они должны как-то в целом рассматриваться в контексте. Зияю я пью. Я б, если убил себя. Да, вонял я, но в ад. Обида, ад ибо. Олимп. Нила. Я и мумиё, и мумия. Нем от звуку взамен. Я бесил у себя. Ну и последнее, оно, наверное, всегда будет в последнем в этом цикле, сколько бы внутри ни было. Я уходил, ибо били дохуя.